середина августа. Лежу в палатке, а дождь сыпет, сыпет, сыпет. А неделю назад прятал шмутки, а я прячу шмутки, там, в какой-нибудь яме. Думаю, в яме жара стоит все лето, пойдет дождик. Я ж пойду в следующий раз, когда будет сухо, когда прогноз сухой, когда солнышко. То есть это, я ж понимаю, приду, чтобы было комфортно достать шмуточки, поставить палаточку. А тут надо идти. Смотрю, без дождя вроде бы. Пришел, дошел. Через 2 часа пришел на болото, перетащил шмуточки. Да стою. Они все мокрые. Дожди шли. Да. За неделю прошли мощные дожди. Я их в городе, конечно, видел, ждал, что они пройдут, там вода поднимется в реке, кумжа забегает, вода холодная станет. Все как надо. А тут они все это, вся эта вода в яву, в это болото. Вода дырочку найдет. Где-то в пакете, в одном, потом в другом, потом в третьем. Достаю. Что-то тяжесть какая-то. Достаю, а там шмутки шмутками, остальное вода. Полные пакеты. Все мокрое. А я ж пришел, еще 2 дня у меня такие. Причем с самой холодной ночи. Думаю, я 2 дня. Главное, дождей не будет. Оно моросит, вон оно. А дождей не будет. Понятно. На самые 2 холодные ночи у меня все самое мокрое. Все течет. Я лежу в палатке. Хорошо, коврик мой сухой. Я его с собой ношу большой. Плыву.